новостям проекта «Медиакарта Высшей школы России». В феврале в Свердловской области определили лауреатов губернаторской премии для молодых ученых. Работы 126 исследователей признаны научным сообществом. Многие из разработок внедряются на предприятиях Свердловской области. Об одной из уникальных разработок и ее создателе корреспонденты Уральского государственного горного университета подготовили сюжет. У этого прибора нет сенсорных панелей, сложных микросхем и всего того, с чем мы привыкли ассоциировать изобретение 21 века. Тем не менее, в горном деле этот простой с виду аппарат совершил настоящий переворот. Его сконструировал инженер кафедры обогащения Уральского горного университета Алексей Комлев. Этот аппарат называется дисковый сократитель. Он предназначен для достоверного формирования сокращенной пробы от какого-то массива материала. Сокращенная проба – это часть массива материала, которая отражает его свойства с необходимой погрешностью. Большие погрешности отбора и подготовки проб до сегодняшнего времени были проблемой для ученых и работников производства. Распределение полезного ископаемого по материалу неоднородно, как, например, на этой модели. Чтобы определить свойства массива, а также количество в нем полезного компонента, горняки и берут пробу. Как работают все оборудование, которое используется на горнообогатительных, на металлургических предприятиях. Весь материал, оно подвергает периодическому пересечению в поперечном направлении. Пересекли один раз, и вот мы его пересекли еще один раз. Сформировали таким образом сокращенную пробу, где число черных частиц гораздо больше, чем их содержится во всем материале. Таким образом, в эту пробу внесена очень большая погрешность. Новый же способ опробования позволяет уменьшить ошибку до 10 раз. Отсекатель дискового сократителя имеет вот такую траекторию. И таким образом не оставляет в пробе пустых мест. Материал пробы и в продольном, и поперечном направлении с определенным выходом он в пробу захватывает. Дисковый сократитель внедрен в производство. На данный момент прибор активно эксплуатирует более 30 горнообогатительных и металлургических предприятий России. Олеся Гончарова, Игорь Смогилов, «Горные вести».